Все шансы не проснуться утром были у жильца квартиры по улице Сосновой в Порошино. В его доме обрушился потолок. По чистой случайности обломки не задели мужчину. Фото и видео потерпевший выложил в социальные сети. Обрушение произошло 24 января. Теперь комната выглядит как будто после бомбежки. Большие щели на крыше, холод теперь распространяется по всей квартире. Жильцы не раз звонили в управляющую компанию, службу спасения и в прокуратуру с просьбами о помощи. Раз у вас там все обрушилось, звоните в прокуратуру. Мама туда позвонила. Они такие: да, мы приедем. Вот в понедельник как раз таки еще хотели приехать. В итоге весь день прождали, просидели. Ни из ЖКХ не приехали, ниоткуда. Вот потом вчера, по-моему, не приезжали. Посмотрели, сфоткали, уехали. И все. Здание не признано аварийным. По предварительной версии, потолок обвалился из-за ветхости дома. Сегодня состоялась личная встреча с жильцами. Определен порядок дальнейших действий. То есть первоначально будут разобраны завалы в комнате, в которой обрушился потолок. Далее управляющая компания сможет приступить к обследованию конструктивных элементов. Жильцам было предложено переехать в маневренный фонд, но пока они ответили отказом. На этой неделе управляющая компания должна будет демонтировать ветхие части потолка, а затем составить смету на дальнейший ремонт дома.